еще раз читателям портала Virtus.pro.org. Сейчас мы берем интервью у игрока женского состава Escalade Фэнки. Расскажи, пожалуйста, как вообще случился этот чемпионат? Потому что я слышала, что идея была ваша. Ну, так как у девушек почти нет лана никаких совершенно, мы решили, что надо кому-то написать, спросить, может быть, кто-то согласится сделать. Тем более, в последнее время собралось очень много команд. То есть, девушки начали объединяться, турниров каких-то даже нет, но онлайн-чемпионаты только. И мы написали Киберзоне, сказали. Нет, сначала мы написали Киберарене, которые отказали нам. Мы написали Киберзоне. А почему отказала Киберарене? Не знаю, может быть, не понравилась идея. Не их уровня чемпионат, может быть? Не Киберарена. Так, что дальше? Вот и все, написали Киберзоне, и они заинтересовались, сказали, если вы сможете собрать много команд, то ищите нам, мы организуем все, предоставим вам площадку. Ну и как бы мы начали спрашивать команды, устроили опрос, кто хочет, кто будет играть, кто сможет приехать. Набиралось команд 10, но в итоге приехал человек, команд 7. 7 команд в итоге сейчас присутствует на чемпионате, и это очень круто, потому что даже, круто по сравнению даже с теми же самыми Асусами, дай бог вам здоровья, на которых собиралось 3-4 команды, как бы, 5 команд было. Ну, то есть, и это Киев, это круто, да, прям. Море. Да. Вообще, вам развитие женского киберспорта, вот в целом, как оно интересно, для каких хотите заниматься? Или вы просто в силу того, что пока есть, мы играем? Наверное, в силу того, что пока есть. Да? То есть, я не думаю, что женский киберспорт дальше развиваться. Вот. Есть своя маленькая комьюнити, и вот все в нем, как бы, все играют между собой. Не думаю, что вот сейчас придут новые девушки, какие-то команды и... Хорошо. Вопрос такой, чисто профессионального плана. Вы выиграли Virtus.pro League, да? Вот. Я вас лично не поздравила, я вас поздравляю. Какие были ощущения? Было ли какое-то прям такое моральное удовлетворение, что да? Или, как само собой разумеющееся, плюс на этом чемпионате не было, не участвовала команда Мухаммай. Вот, то есть до конца вы свой потенциал, потенциальной команды, я не раз это говорила. Вот, а именно до конца вы не ощутили, да, вот эти? Ну, на самом деле мы уже как бы год вместе и уже давно планировали выигрывать ВП и М5, и как бы готовились, можно сказать, к ним, потому что для нас это вышка. То есть как бы уровень выше нас, и мы хотим, мы тоже не собираемся стоять вместе, пытаемся выиграть. Ну, так получилось, что выиграли. Нет, это было круто, потому что иногда нужно получать вещей, вы знаете, да, чтобы выпустить себя и опуститься на землю. Все очень хорошо. Сейчас на моих глазах произошел полный фейл. Вы проиграли команду The Nation. Да. По каким причинам? Что случилось? Что шло не так? Во-первых, мы часа два настраивали мне компьютер, мы меняли системный блок 2 раза, я не знаю. Настройки меняла 3 раза. И очень сложно все было, это на моральном, чисто психологически, я устала. И мы, в принципе, сели играть с ними, они как-то уже разыграны были. Я вообще там 5 минут побегала, но я не успела никак. Тем более, это первая игра, мы еще как-то вяло общаемся. Вообще, можно сказать, не общались в игре. То есть общение было такое, я пойду в мидл одна, все, бежала. Как бы отдалась, блин, паучинку, все. Дальше, кстати, на вас. Вы играете год вместе, и, вы должны, как бы, у вас должна быть, в принципе, понимание того, что вообще не это 60% успеха. Вот. А почему такой подход просто вот так? Мне кажется, непривычная обстановка. Ну, для нас это вообще первый женский лан. Мы играли один раз в Питере, в мужском. И, как-то легче было. Мы против мужчин, а тут девушки, может, не настроили. Знаешь, я полностью с тобой соглашусь, потому что когда мы играли на мужских чемпионатах, ездили, у нас были проблемы на женском чемпионате, с женскими командами, потому что настолько какие-то ситуации, непредсказуемые случаются, то есть какие-то позиции глупые, ты даже не рассчитываешь там видеть, потому что ты привык играть сильными игроками, ты понимаешь, что вряд ли, а там, оказывается, человек еще и не один, нет, такое случается, это все ясно. Хорошо, настроен на
оставшиеся игры, потому что у вас там сейчас Virtus Pro, у вас там сейчас будет Moscow 5. А, да, какой настрой? Собираемся брать по максимуму. Собираемся выигрывать, обыгрывать и брать по максимуму раунд, потому что все-таки мы собираемся в Nations. То есть, на секундочку, я не в курсе, какая система в итоге окончательная? А, система такая, что одна группа, все играют друг с другом. А первые два места играют в финале Best of 3. Ну, за первое место получается, а третье и четвертое место играют за третье. В общем, очень интересная новая система женская. Да, подробно, наверное, по ходу дела на этом на сегодняшнем чемпионате, так что да, знаете, что можно еще и так играть. Вот, ладно. Спасибо большое за интервью. Вот. Похвально, что с вашей подачи пошел этот чемпионат. Ладно, потому что чемпионат. Давай, пять.